Исторически сложилось, что на территории Ленинского района располагается сразу несколько крупных предприятий нефтегазовой промышленности. Это и научные организации, и производственные мощности. Более 3000 жителей муниципалитета трудятся в этой отрасли и вносят порядка 30% прибыли в бюджет по доходному налогу от физических лиц. Первым учреждением, которое посетил Олег Хромов, стал офис «Газпром-Промгаз». Это научно-промышленная компания, которая входит в объединение «Газпром России». Предприятие является одной из точек роста на ближайшую перспективу для нашего района. Сейчас там достаточно высокими темпами строится новое здание для размещения сотрудников предприятия, новых сотрудников предприятия, в том числе те, которые переедут из офиса, расположенного в городе Москва. Для нас это очень важно, так как каждое рабочее место, созданное на нашей территории, как я уже обращал внимание, увеличивает отчисления в областной и местные бюджеты. Наталья Петухова в «Газпром-Промгаз» работает недавно, но в газовой промышленности женщина трудится уже около 35 лет. Цифра эта внушительная, другой бы остановился на достигнутом, но не она. Наталья очень рада награде и стремится идти только вперед. Это очень приятно, и я хочу сказать, что это, как вам сказать, немаловажный стимул для дальнейшего увеличения творческих успехов и дальнейшего роста. Следующим пунктом остановки главы стало предприятие «ГазДевайс», которое производит бытовые и промышленные счетчики для газовой промышленности России и стран зарубежья. «ГазДевайс» – одно из лидирующих предприятий, производящее порядка 600 тысяч счетчиков в год. Учитывая, что на территории Московской области идет активная реализация программы по газификации населенных пунктов региона, без работы компания не останется. Здесь трудится 250 сотрудников, почти все жители Ленинского района, и в основном это молодые специалисты. Для нас очень важным сейчас является именно поднятие и популяризация технических специальностей, так как это все-таки основа жизнедеятельности, это основа того, что мы с вами будем иметь хорошую устойчивую экономику. Благодаря таким крупным и стабильным организациям, которые посетил глава, район развивается и наполняется грамотными специалистами. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.